В заречной части столицы Мариэл в 2018 году будут открыты два новых детских сада. Это решение было принято в ходе инспекционной поездки Александра Евстифеева по Йошкар-Оле. Дошкольные образовательные учреждения разместятся на первом этаже многоэтажки, расположенной в микрорайоне Мирный. Бульвар Ураева, 6, дом неподалеку от перекрестка Кирова и Мира. Впрочем, адрес и место расположения будущих детских садов станет другим. В ходе оперативного совещания было принято решение о продолжении строительства дороги, на которой стоит объект, а именно второй очереди проспекта 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вот это должен быть проспект. Это надо смотреть, дорогу надо делать. И никакие не плиты, надо делать дорогу. Возвращаясь к главной теме повестки дня, напомню, что ликвидация очередей в дошкольные и образовательные учреждения – одна из главных задач власти. И в тех жилых микрорайонах, где почему-то не было предусмотрено строительство детских садов, приходится импровизировать. Например, как в микрорайоне Мирный – размещать детские сады на первом этаже почти достроенного многоэтажного жилого дома. По планам, на площади в 2000 квадратных метров юных йошкар-олинцев будут принимать сразу два заведения. Рядом будет возведена площадка для прогулок. В настоящее время идут переговоры с владельцем помещений. При благоприятном их исходе ждать открытия детских садов придется недолго. Есть вопросы, которые требуют формальных решений. Мы их решим незамедлительно. А вот что касается выполнения необходимых ремонтных работ, то настолько, насколько это позволяет современные технологии. То есть работы эти будут выполняться быстро. А это уже микрорайон Гомзова, улица Димитрова, дом 61. Не надо быть экспертом в строительной сфере, чтобы понять, что этот объект не совсем завершен, но при этом уже заселен жильцами. Как оказалось, застройщик, сдав первый подъезд в ожидании строительства второй очереди, ненадлежащим образом утеплил боковую стену, которая неожиданно оказалась внешней. В итоге жить в квартирах, выходящих на эту сторону, практически невозможно. На ковер был вызван руководитель строительной компании, который, как выразился Евстифеев, устроил настоящий строительный беспредел. Я стою на пороге того, чтобы поставить вопрос перед мэрией об отмене акта сдачи в эксплуатацию, потому что по дому не выполнены общестроительные работы. Мы отменим акт сдачи в эксплуатацию. Мы привлечем строительную компанию стороннюю, они устранят ваши недоделки, а с вас взыщем стоимость этих работ. Это что за подход? Вы почему так не уважаете свой город? В итоге представитель компании-застройщика так и не смог ответить внятно на обоснованные претензии главы Мариэл. В любом случае, проблемы жильцов злополученного дома будут тем или иным способом решены. Ситуацию на контроле держит Александр Евстифеев.